Всем привет! Сейчас я покажу вам, как при помощи шлёперов Аркадия, Геннадия и Володи можно заработать деньги. Для этого вам нужно нарисовать вот такое объявление, разместить его на крепкой, негнущейся основе, прийти в какое-нибудь туристическое место вашего города и предложить его увидеть людям. «Нет, спасибо», — сказали эти девушки, «и мы не отчаемся, найдем кого-нибудь еще». В принципе, прикольно. Ну что ж, давайте попробуем, проведем маленькую шлеп-сессию. А, это моя вина, по моей вине упал Володя, мое сразу штрафное очко. 4-5. 4-5 Лера выиграла и получает от меня сувенир или наказание. Что на выбор? Так, ну что ж, вы сами видели, что шлепингом в Петербурге можно заработать деньги. Вот, посмотрите. Лайк, репост, подписка, если вам понравилось это видео. Зарабатывайте таким образом. Приобретайте шлеперы. Рекомендуете, ребята, приобрести всем гражданам Российской Федерации шлеперы и заниматься шлепингом? Да? Так, ну вы все видите, на Дворцовую площадь пришли белорусы, и поэтому наша шлеп-сессия заканчивается. Лайк, репост, подписка, если понравилось это видео. По вопросам приобретения шлеперов пишите в директ. Ну что, доченька, что купишь на эти деньги? Хотите заняться шлепингом на Дворцовой площади? Пишите в директ. Я просто не могу, но мне